азайту максатында мынандай шаралар жүргүзүлөт. Бизде эки көзде ол 0070 және 0115-ші источниктерде шығыны флокулянт шығыны жылына 40200 тонна болған, енді 42 тоннаға дейін төмендетеді. Және 0056-0057 көздеріндегі хлор шығыны бізде 600 тоннадан 200 тоннаға дейін төмендетеді. Және 5 көзі бізде жойылды. 2024-2025 жылдарға арналған бізде общий несі ластаушы заттардың несі нормативтері 785,55 тонна құрайды. Соған келесі біздің жобамыз ол өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы. Оған бізде эмиссия мониторинга кірет, олар атмосфералаға ауға, ластаушы заттардың шығарылуын бақылау ол есептік және аспаптық әдісімен 90-нан бір рет. Және ағынды сулар мен ластаушы заттардың түгінділерін бақылау тоже бізде есептік және аспаптық әдісімен 90-нан бір рет. Және өндіріс және тұтыну қалдықтарын, мониторингі, ол қалдықтардың түзілу мен қозғалысын бақылау, өндіріс және тұтыну қалдықтарына жыл сайын түгендеу жүргізу, және Қазақстан Республикалық экология кодексінің 347-ші бабына сәйкес қалыпты қалдықтар бойынша ведомстволық есептілігін жасау. Және бізде радиациялық мониторинг, әсерді бағалауға көшсек, бізде санитарлық қоғам шекарасында бізде мониторинг жүргізіледі, ол 90-на бір рет. Қар жамылғысы әсер ету мониторингі ол жылына бір рет. Қыста және жер асты суларына әсерін бақылау бізде 90-на бір рет. Және жер жамылғысын әсерін бақылау бізде жылына бір рет, ол үшінші 90. Қалдықтарды басқару бағдарламасы Алия қаржы инвестициялық корпорациясы үшін 2024-2025 жылдар кезінде Қазақстан Республикасы экология кодексінің 335-ші бабының бірінші тармағына сәйкес әзірленді. Жалпы тәсір орында бізде 32 түрі қалдықтар анықталады. Соның ішінде бізде разрешен материалды көрсеңіз, бізде қалдықтардың көму лимиті бар және қалдықтардың жинау лимиттері көрсетіліп тұр. Келесі бізде жоба ол біздің шаруашылық тұрмыстық сарқынды суларды тазарту құрылыстарын салу. Жобада кәсіпорында пайда болады тұрмыстық сарқынды су көлінің ұлғаюына байланысты шаруашылық тұрмыстық сарқынды суларды тазарту құрылыстарын салу қарастырылған. Тазарту құрылыстары ретінде жерасты жобада бізде Асирис қуаттылығы 250 метр кубический туалетіне тұрмыстық сарқынды суларды терең тазарту станциясы қолданылады. Өндіріш және жеткізу үшін Промсток деген фирмамыз Мәскеуден. Асирис станциясы әрқайсының өнімділігі 125 метр кубический туалеті, екі станция болады бізде. Ол технология желілерін завод өндіруге және сыналған модульден тұрады. Ішкі және сыртқы беттер көп қабатты коррозияға қарсы жабынмен қоршалған және ол қондырғын түзетуге мерзімі бізге кемінде 25 жыл керек береді. Асирис станциясы тұрмыстық ағынды суларды және құрамы бойынша оларға жақын ағынды суларды тазартуға арналған зауыттың жұмысы ағынды суларды биологиялық тазарту технологиясын негізделген. Олар тазалау ретінде бізде механикалық тазарту және ағынды суларды биологиялық тазарту және шламды бөлу және жерден артық шламды шығару. Құрылыс жұмыстары кезінде бізде 5 көзі ластаудың негізгі көздері мынандай болады. Дәнекерлеу жұмыстары, полиэтилен құбырларын дәнекерлеуге арналған құндырлар, автомобильдік трактор жабдықтары, жер жұмыстары және автосамосвалдардың жұмыстары. Тазарту құрылыстарының пайдалану кезінде олардың тікелей ластаушы заттардың
шығандыралары болмайды. Сонымен бізде рұқсат етілген түргінділер нормативтерінің жобасы қолданыстағы тазарту құрылыстарының физикалық тозуына және жаңа объектілер салуға және бақылау кентінің инфрақұрылымын кеңейтуге байланысты және сарқынды сулар көлемінің жоспарланып отырған ұлғаюына байланысты шаруашылық тұрмыстық сарқынды суларды тазарту құрылыстарын салуға жобалық құжаттаманы әзірлеуге бізге сол байланысты болды, иә? Келесі бізде келесі жобамыз ол различные материалы, ясности тоже судын несін нормативтерін құраласыз 24-25 жылға. Сонымен қоршаған ортаға ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар, иә? Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар бізде 24-25 жылға арналған және олар атмосфералық ауаға шаңды басу, көлік құралдарын пайдаланған газды бейтараптандырғыштармен жарақтандыру және шаң газ ұстайды, жабдыққа техникалық қызмет көрсету, су объектілерін қорғау, бізде жаңа тазарту құралдарын салу және пайдалануға беру, бақылау ұңғымалары бойынша жер асты суларының құрамына тұрақты режимдік бақылау жүргізу, қалдықтарды өңдеу, иә, бізде жобаға сәйкес деструкторды пайдалануға беру және тау-кен өндірісінің жер асты кешенінің қазба кеңістігін толтырғыш ретінде аршылған жынысты бізде пайдалану және цианизация қалдықтарын қайта өңдеу бірінші екінші кезеңі. Сонымен бізде радиациялық және биологиялық және химикалық қауіпсіздік олар өндірістік үй жайларды радиациялық бақылау және ғылыми зерттеу іздестіру және басқа да әзірлемелер олар кәсіпорын әрекет ету аймағында қоршаған ортаның жай күйіне әсер ететін тұрақты мониторинг жүргізу. Сонымен мен қысқаша я неге фекалем бізде акционерлік қоғам экологияға материалдарды жіберді, иә, рұқсат алу үшін. Олар екі себеп. Ол бізде 550 мың тоннадан 659 мың тоннаға өндеуін өзгерту және бізде непосредственно шаруашылық тұрмыстық сарқынды сулардың тазарту құрылыстарын бізде салу. Сол екі себеп бізде полностью мына материалдарды өзгертуге себебі болды, иә. Қысқаша солай сұрақтарыңыз болса қоюға болады. Мен немесе фирманың өкілдері сізге жауап береді. Мынадай мына бірінші кестеде көрсетіп сіздер ғой, құрамында қауіпті заттар бар, басқа шламдар, мысалы цианизация құйрығынан 378 мың тонна осындай шықты десіп, сосын құрамында металл минералдық физикалық және химиялық өңдеуден қауіпті заттар бар, өзге де қалдықтар ол флотация құйрықтарынан шыққан, мысалы 662 мың тонна шығып отырған. Сол мысалы қайта өңдеп тазартуға мысалы қазір не жасап отырсыз? Осыбүнге дейін қалдықтар қайда жинадыңыз? Ол тоже сол қауіпті заттар. Қауіпті зат, иә, олар осыбүнге дейін мысалы сіздер оны зарарсыздандырған жоқсыздар ма? Оны қай жерге жинадыңыз? Сіздерде мына таблицада қалдықтар пайда болды, мысалы құрамында имеющие в составе вредные вещества, хвосты цианизации, хвосты флотации. В год выделялось 378 тысяч тонн хвосты цианизации и 662 тысячи тонн хвосты флотации. Вот вы теперь собираетесь их обеззараживать. А где вот эти?
есть еще разрешение на долгосрочное хранение. Хранятся они в хвостах флотации, в хвостах цианирования. У каждого своя очередь. Повторно в какой ситуации сейчас они хранятся? Обеззараживаете ли они? Они хранятся на открытой площадке? На открытой площадке под слоем воды они орошаются в летний и весенний период. Не, если нам надо на удостоверение. У меня калдоктар на цианизации, где есть цианизация калдоктара. Коймасы, да? Коймасы болганда ол 2500-2400 бергестер болды. Бізде жұмыс деген ол ауфекалес деген. Оның астында противотренажный пленкалары бар. Жасалымдарына жердің астына кетуі кетпейді ол. Үстіндегі уже бұрынғы салым, бұрынғы жұрт толғандары, олар үстілері не толып, ол үстінде шөп өсетін жерлер шөп өскендері бар. Но летом, жазда шаңдаса, бізде орошение бар. Орошение. Оны сіздер айтып жүрсіз ғой, бірақ бізде сонда істейтін жігіттерден информация мүлдем суарылмайды деген. Не, суарылады. Қазір енді дәлелдеріңіз жоқ қой. Қазір ендігі мына ақырғы цианизацияның қостары мына қайтып переработать етіп қойдым не тұрып тұрмын. Так что мы даже без проблем. Алдындағы общественные слушанияда сіздерге видео, фото жіберілді ғой. Қалай жұмыс жасайды? Сервис правда в состоянии. Ол видеоны жібердіңіздер, бірақ ол дәл сол кездің видеосы ма, қай кезде түсірді ма, 2004-те түсірді ма, 2016-та түсірді ма. Жоқ, использование воды. Каждый квартал біз отчет береміз. Сколько воды использовали, куда использовали. Сіздердің сөздеріңізге қарасақ, бәрі дұрыс сияқылды енді, шыны керек. Енді себебі тырысамыз. Ал енді бір ғана сұрақ, мына біздің дамбыдан жаз бойы 24 сағат без остановки су качеді. Ол қайда барады? Ол хвостқа барады ғой. Хвостқа барады, жаңағындай сианитпен айналдырады. Сол су тоқтамай кете береді, сол су қайда? Ешқайда кетпесе. Ол неге ана жақтың су басып кетпейді? Айтып отырмыз ғой, өзі мына қалдықтардың жинаған қоймасы бар. Қазылған, шүкірі, соның астында қоймамызғоротта қайтадан жұмыста айналып жүреді ол. Келесі жолға дейді әжелде неге көл пайда болмайды? Ол неге пайда болмайды ол жақ? Мына су бітті. Жылдан бері мына көл болып отыр. Қайда деген испарение бар. Сонымен де кетуі мүмкін. Күн ыстық испарение. Что говорите, летом, когда жара же стоит, даже вот, ну там площадь большая, вот эта вот, которая, где хвосты хранятся, это большая площадь, которая покрыта водой. Вот когда испаряется она, получается, для этого они воду берут, и чтобы это все на поверхность происходило, она водой залита. А вот часть воды, получается, испаряется. Вот, испаряется. Еще воспаление, для испаряется. Это июнь-август. 20% помогло испарение. На кслеты фикалилы мне отхояние, мне экология жавного караса, на кслеты мне компания это судно, мне сыр на ароматистеры тоже бар. Улар, например, где отдельно я шаурашу фирмыстов несне бөлек, бөлмеді және улардан мәрде оборотный деген водосамжение бар. Я оборотный дегеніміз определенный количество суда алат, алаты оны неге производствоға жібереді. Производстводан олар шығады, таза неге очистканы кіреді, очисткадан қалған су тағы да производствоға кіреді. Солай ол оборотный су, ол ешқайда жерге, или жерге мекесі шықпайды. Сол олардың тоже нормативтері бар. Олар әшін не біз мынандай қанша алсақты солай ала береміз деген ондай жоқ. Е, суға деген норматив бар, қалдықтардың тоже несі не көріп тұрсыз. Е, таблица бойынша каждый даже қол неге тебя динауға, я норматив бөлек, а захоронение дейміз, я ол долгосрочный уақытқа жатады сонда. Сол долгосрочный уақытқа жату үші на кісілер каждый тоннаға, например, фасциционирование дейміз ол, я, например, бірінші 1000 тонна, я на кварталда болды, сол фасциционированияға, я бізде ставка бар. Сол, например, 1000 тонна болды ғой, сол ставкамен бойынша на кісілер налог төлейді.
сол су, я қалдықтар, сол и ауаның ластаушы заттарын айтамыз, ол нормативті, ол, например, дизельный электростанция, цианидтердің несі, выбростар, я тоже, мен жаңа айта кеттім сізге, 785 бүтін, 55 ерізде тонна, содан олар аспау керек. Сол үшін ауаның ластаушы заттарына бойынша олар нәкселер фекалел, олар тоже ставқасы бар, оған да налог төленеді. 90-ны бред. Ол бәрі мониторинг жүргізілет, лаборатория келіп, несін, пробасын алады, я, олар өздері істемейді. Лаборатория келіп, алады, оны мониторинг жасалады. Соны мониторинг бәрін жасалап, жасап, сөзін бізде отчетность бар, я, олар департамент экологияға определенный 90-ны бред, бізде отчет по производству экологического контроля дейміз, я, өндірістік несіне. Соған бәрі ашық түрінде олар бәрі көрсетіп тұр. Бізде, мені, басқаком, когда у вас проверка была? Вот жендерна проверка была. Проверка постоянно департамент экологияның проверка келіп, оларды бәрін тексереді. Ол жай не емес. Өзіміз алдық, өзіміз істедік. О, қарындас, ол бұлай сөйлей беруге болады, қарынға жазылмас деп, жаңағы бұл кісілердің статистикасымен айта беруге. Біздікі, біз көзімен көрген нәрсені айтамыз да. Міне, біз көзімен көреміз. Мынанда екі труба 24 сағат қазір бастайды міне, март, апрельде. Қазір қар еріп, содан мұзғатып қалғанша қанша жерде. Сол су қайда болды су? Ішкі бассейнінің инспекция ежеквартально біз отчет береміз. Ол жерде сол насостарда счетчик тұр. Счетчик арқылы каждый сутки жазылады қанша метр куб су алынды. Бізде разрешение бар. Сол су қайда мәселе? Осы технологияда бар. Технология жоғын сіз айтасыз жаңа, ол обраткамен істейді дейсіз. Ол анда бар күйді заводқа барып, қайтадан қайтып келіп осы жоқ. Бүгін солай жүрсе осы да тұру керек қой ол. Жоқ, потеря болады ғой. Мына кісіге айтып отыр, иә, сізге айтып отыр. Жоқ, потеряны мен түсінемін, жаңағы ана испарение дейді, потеря. Ол сол ғана болу керек. Басқа да технологиялық потеря да болады. Ол чисто не испарение ғана емес қой, технологияда да болады. Судың көбі проценті ол беті ғана кеткен, асты бар ғой, кілеген сияқты өлтірген екен. Бір екі метр ғана мен су қоймын, күннен андамен кеткен. Асты жағы бар ғой, мен езілі тұрмын. Жаңағы шлам бар, иә, шлам бар. Жаңағы плотность совсем азында. 10-12, 20 болады. Штуки уже жатқан. Но, мына өзімді тек қосты, жаңа құрғақ рудан извлечение. Одан басқа бізде су жәрі кеткен. Мына каждый емкостьте бізде судың тұрғаны тұр. Каждый қоймада су бар. Особенно цианидный. Да, цианидный ол езуге кеткен. Ағаны жүре керек езу цианидныйда. Міне бізде зияны жоқ ол флотационный. Көп судың бар ғой мына дамбадан барған ол флотационный кетеді. Цианидныйда бізде вообще тұрмын производительдері аз ғой. Просто сол көбейіп цианидныйда қазір екі екі қойма бар цианидный үлкен. Осы екеуінде де тұр осы. Ол ежелгі кетпей жарғатып тұрады ол құраны цианидный. Флотационный да ол сонда көріп кетеді да жаңағы испарение деген бар ол испарение вообще болып кетеді екен. Жоқ мен вообще ойлаймын. Испарениемен ауаға да жоқ. Ол ауаға шыққанда мына цианидный бәрі ол кислород ол разрушает ол шығып кетеді. Сонда мәселе кемиді деп тұрсыз ғой. Жер астымен ауаға кемиді дейсіз ғой. Оның жаңа тонналы каждый раз ол альбом келеді. Мен арада 18 километр жерде тұрамын, біз 15 күнден водовозбен бізге су әкеледі. Ана суыңызды көрсеңіз сіз, біз бөшкеге, пластмас бөшкеге құйып қоямыз, соны 15 күн ішеміз. Ана су бұзылғанда ішінде аппақ-аппақ нелер бұрын болмайды. Мұнжатта хлор дейді бар ғой, бүткіл ауылда бар су. Бұл жерде біз қай жақтар ана сырт жақтан су тасыдым, судың тақты ғана тұзы хлор болып тұр ана. Мына жақта аты қалайды мүмкінвот соны хлор тұзы болып соны көбі вот соны кім болуы а егер оны барда сіздер ана көтеріп келсеңіздер пожалуйста соны бар ғой экология деген цианид кеткен деген ол өте жаман өте зияны апа
соны қазір келешекке тоқтайды ғой. Ну хорошо істеп тұр. Тұр сонда жарағын бар істейді. Сөйтіп ол қазақтарда законсервированный есть у нас проект это рекультивация. Дейді ғой. Асылы да мұқыр сияқты кетеді ғой соны. Ол последствия деген бар, отдельно жоба. Они говорят, давай отдельно жоба проект. Нет, проект. Кодексінің талаптары, да, талаптарының бірі. Сіз не голосование сіз бермейсіз. Қараңыз міне. Қазір міне. Оны қаршымыз. Оны, видите, міне видеосъемка бізде бұл жатыр. Протокол, міне қаршысы бар, екі күн ішінде бүгін ертең. Протокол жазылады. Сол сіздің сұрақтарыңыз міне видео бойынша. Мына кісі мен эколог, инженер эколог ретінде мен бүгін өтесіп жауаптарын мында айтылған жауаптарымызды және бөлік общий более как распространенный более көбейтіп біз жазып оны департамент экология уже непосредственно госорганға жібереміз. Сонда уже сол мына кісілер шешім қабылдайды, иә береміз ба рұқсат бермейміз ба дегендей. Бізде мына протокол сіздің каждый сұрақтарыңыз сіз қойған сұрақтарыңыз бізге протоколға енгізіледі. Договор по отходам, да, есть, заключен с 100 компаний, 100 утил индастрии. На этот год с бассейновой инспекцией. Бассейновая инспекция, разрешение есть. Разрешение на сброс, сброс на поля фильтрации, да, есть. До 2026 года. Да, план мероприятий у нас утвержден, план мероприятий есть пункт, в котором есть пункт озеленения и благоустройства территории. Увеличить громкость можно?
Вот тут. Максим стоит. А если здесь? Вот, 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 да, на стол. Спецодопользование отходный мен, выбросы мен, бр разрешение. Мы сегодня с электрон адрес джириалом разрешение действующее. А хазыр мы с каким хазыр? Я сдебар нормативы сброса загрязняющих веществ по сточным водам по выпуску номер 1 поля фильтрации действует до 26 года. Да, мая, так, тонна в год 2799. В данный момент мы подаемся на 24 год 5,423 тонн сброса. Жоқ, бізде бар жаңа разрешение. 26 декабрь, 23 жылы алдық, декабрьдің 23 жылы. Қай жылға дейін? 25 жылға дейін. Я иду, я думаю, 25 жилға дейін. Общее разрешение. Именно на электрический бассейн, а не? Да, именно от электрической бассейновой у нас разрешение на сброс на период по 31 декабря 2025 года. 23 года? 25 года. Производственные технические водоснабжения тоже Джика Авансария содержит органы. Лена, объясните, пожалуйста, как вы получали разрешение? Вы по отдельно по каждым сбросам или у вас общее? Он спрашивает. Смотрите, разрешение на техническую воду у нас идет отдельное, на питьевую воду отдельное и на сброс отдельное. На техническую и на питьевую воду у нас по 26 января 26 года разрешение на сброс выдается на срок действия разрешение на воздействие, поскольку у нас я Тузова. Да, давай сюда что-нибудь звоним. Департамент экологии Абай облысының нетеді. Берема, бермейме ол нақсы қарау тұрғой.
Сіздің сұрақтарыңызды не дейді? Сол Ринат. Ринат, я, біз бос орган емеспіз. Біз ешқандай рұқсат бере алмаймыз, я? Получается, мысалы, біз сіздер бізбен жиналыс өткіздік деп хаттама толтырасыздар да, мысалы, халықтың ұсынысы және заңшылар бәрін тестіріп, қол қойдырасыздар да, сол құжаттардың бәрін управление природы ресурсқа тапсырасыздар. Сосын сол неге қарап, ол кісілер мысалы, берей ма, бермей ма, сол жаққа біледі. Получается, бізде мына жерде сіздер бізді өткіздік деп, жиналыс өткіздік деп хаттама толтырасыздар. Мысалы, мына кісілердің ұсыныс нелерін сонда емдесіздер де, содан кейін әрі қарай жүргізіздер. Иә. Біз ешқандай рұқсат бермейміз. Мен инженер эколог сияқты проектировщик иә мына нелерді жобаларды мендерді госорган енді мына кісілер олар өздері үйімізге бермейміз енді өздері шешеді халықтың мнениесін тыңдайсіздерөткізілмесе протокол жіберілмесе онда жаңағы біздің жобаларымыз қарастырылмайды а сіздер қарастырылмайды деп аға слушание ана хост салып тастадыңыздар ғой сіздер Оған разрешение алдық қой, общественное слушание өтті. Бір рет көтерме алдық, екінші рет өттік. Екіншісі келген протоколдың бәрін бердік. Бірінші рет, иә, біз не состоявшийся болды, екінші рет состоялись. Егер мысалы, мынандай жағдай болса, сіздер осылай келесіздер ғой, общественное слушание болады. Мысалы, кісілер келмей қойса, байкот жариялап, онда не болады? Не состоявшийся. Онда сіздер уже ары қарай не айта алмайсыздар, иә? Келесі бір айда тағы да келеміз сосын тағы да біз ол үшін байкот жариялай алмасақ сіздер ары қарай тоқтай бересіздер жұмыс тоқтап тұрады иә вообще жұмыс емес мына именно бір жобаға қатысты жұмыс мысалы қос салу туралы жұмыс ол тоқтап тұрады иә ол тоқтап тұрады пока общественное слушание полный протоколмен өтпейді біз газетке береміз порталға береміз жаңағы магазин школа қажетті кісілер болады көп жаңағы поликлиникаларымызға сол жерде бүкіл сөзі береміз акиматқа сейчас чуть-чуть дополню единственное байкот дейсіз бірақ если вы не хотите целенаправленно пойти то вы должны подписать причину я не хочу пойти потому что конкретная позиция если вы просто не приходите просто то телефон алмайсыз газет оқымайсыз көрмейсіз білмейсіз короче келмедіңіз болды раз два три потом признает что как это молчание знак согласия получается то есть нет начисления никто не хочет прийти все и автоматически оно идет как типа нет вопросов протокол составляется что никто не пришел и все то есть нет первый директор что вот либо келем или сұрақ болса какой-нибудь на который мы не сможем ответить вот сонда осы сұрақ пен типа вот на вот этот вопрос нам не ответили вот мы поэтому там против и все а так просто сказать нет мы против не будем так не пойдет ну то есть есть законодательное это как вот просто митинги которые делают же есть санкционные ну типа санкционированные митинги когда конкретная позиция конкретные требования и все понятно а бывает не санкционированные когда просто выходят на площадь ну там и все и это называется не санкционированные тут то же самое один в один если есть какие-то возражения либо какие-то требования их надо озвучить и потом уже как бы бойкотировать там, не приходить. Имеется в виду, что это не поможет, просто не приходить, молчать и все. Это не поможет. Вообще. Тем кем было, что сюда тахнет. Ну, Асхар, директор по горным работам. По горным работам. Асхар, қоғамдық кеңесін жігіттері отыр қазір өздері айтып шықсын бәрі қарсымыз неге деген сұрақ туады да осы жерде мына жерде әлемден мына финансист па біреу болу керек иә неге десеңіз бізде шешілмей тұрған проблемалар бар келісілген қаржы туралы жоқ тыңдаңыз енді ана кісілер естісін бәрі неге қарсылық білдіріп жатыр деген сұрақ сондай ғой сондықтан мынау келесі жолы келгенде жаңағы представительмен бірге келу керек сосын халыққа уәде беріп халықты алдап тұрған кісілер бар осы жерде әлелдің кісілері бар иә ол қағаз жүзінде бәрі жазылған түгел иә сондықтан біз қазір осыған біз қарсымыз жаңағы 100 тонна ғой 109 тонна ма арасы иә 550-ден 659-ға дейін соған көтеруге қарсымыз біз енді кішкене айтып қояйын иә сізге біз былай правила проведения общественного слушания бар бізде иә қаржы социальный деген сұрақтар ол непосредственно или әкіммен или заместитель әкіммен сіз өз шешесіз
департамент экологии деп қазір мен шықсам, например, на сұрақ, я сізге жобаға қатысы жоқ деп. Голосование берсем, сізді сұрағымыз протоколға енгізбейді. Просто сізге айтайын, біз непосредственно жобаға қатысты сұрақтарға жауап береміз. Қаржы, ал? Имеется в виду в каком плане? Есть договоренности по финансовой части, там денежные что-то, нерешенные. Но чтобы нам решать вот это, почему? Потому что сейчас у нас переработка помещения повышает на 109 тысяч тонн, потом на 140 тысяч тонн. И вот эти вот все надо будет решать. Ну, короче, в таком плане. Нерешенные. Конечно, сейчас вы говорите, что это не имеет отношения к сегодняшним общественным слушаниям. Да, просто у общественных общественных советов просто нет другого рычага. То, что обещал Алё, перечислить 20 миллионов на фонд общественный фонд, есть благотворительный общественный фонд своего рода, они должны были в 2024 году перечислить 20 миллионов. Мухтар Такашевич, простите. Потом в прошлом году мы обращались в Хикалёв оказать финансовую помощь в составлении плана проектно-сметной документации на реконструкцию здания. Это тянулось, и, короче, они одобрили. Мы заключили, общественный этот, благотворительный фонд заключил договор с проектировщиком. И вот эти средства были выделены. Теперь, когда Акимат уже запрашивал вот эти средства согласно меморандума, им ответили, оказывается, мы же вам выделили 13 700, вам осталось 60. Это было помимо меморандума. Оксана Викторовна. Мухтар Такашевич, нет, вы неправильно. Информация у вас неправильная предоставлена. Во-первых, у нас соглашение трехстороннее с вами заключено. В 23-м году вы обратились по поводу проектирования. Вот. Мы вам выделили 13 миллионов 700, предоставили 5 конкурентных обоснований. Вы выбирали сами лично свою компанию, которую вы сказали, эта компания качественно выполнит рабочий проект. Но общественный фонд вам отказал в выборе данной компании, которую вы предложили, которую одобрил АО «Фикалел». Общественный фонд выбрал другую компанию, с которой вы пишете официальный запрос, просьбу оказать благотворительную помощь и конкретно конкретизируется на что. Благотворительная помощь, и там у вас есть приложение, в котором согласно каждого пункта прописано, на что выделяются денежные средства. И АО «Фикалел» вам не отказывал. У вас неправильная дезинформация. И если какие-то вопросы возникают, вы можете в любой момент обратиться ко мне. Эти 13 миллионов 700 выделялись, там не было оговорки, это счет вот этого ежегодного перечисления. Там не было такой оговорки. У нас трехстороннее соглашение с вами заключено на 20 общую сумму миллионов. Правильно? Вы это сами в курсе, не так докажете. Да. Но вы из этих 20 миллионов попросили разработать рабочий проект, верно? Нет, не из этих. Это кроме. До этого мы еще запрашивали, было обращение от населения помочь в строительстве закрытого спортзала. У нас были переговоры, как раз приезжал бурмистр, вы согласились построить этот спортзал в обмен на землю. Так, ну вот здесь с бурмистром давайте мы обсудим, да, этот момент в обмен на землю КХ Дастанше. С землей вот этот вопрос не решился, так как этот... КХ Дастанше находится в аресте, да. Мы не смогли вот этот решить вопрос. Поэтому я еще дополнительно обратился оказать помощь в составлении проектно-сметной документации. Да, но у меня есть официальное письмо от вас в соответствии с трехсторонним соглашением. Но оговорки о том, что вот эти средства, выделенные на изготовление проектно-сметной документации, будут включены в этот... Мухтар Такашевич, давайте так. Следующие деньги были перечислены в 23-м году. Нет, вы обратились один раз только в 23-м году. Там же написано, согласно официальному обращению. Меморандум действует с начала 24-го года. 24-й, 25-й, 26-й год, на 3 года.
Так, давайте сейчас, если здесь Анатолий есть, я сейчас возьму свой ноутбук, я подниму это трехстороннее соглашение. Вот так попрошу. И ваше официальное письмо тоже есть. Здесь обвиняется Лел некрасиво, непорядочно. С вашей стороны. Тем более, что выбор был за вами, всех проектных парламентов. В общем, сейчас два вопроса получается, да, у нас займут, как бы, с вашей стороны. Это по фонду и по вот это вот, что... Ну, нет, в следующий раз однозначно, если вы наставите, вы приведете сюда финансиста, но я скажу так, что если здесь финансист будет, он вам не сможет вот сказать, это будет завтра, это будет послезавтра, выйдем столько, он тоже человек, как бы... От него. Да, и он просто будет вот эти ваши вопросы озвучивать, и он будет решаться все равно генеральным директором, да, скорее всего. Решение только все внести. Вы кем будете? Я геолог. Ну, главный геолог. Да. Да, Ренат, вы хотите что-то сказать? Я вот сумин тут кет, жена, сказать, хотя бы солдат. Разрешение по спец, жена, водопользование. Разрешение везде бар, сиди холмстах разрешение, есть разрешение, там есть где дар хазар жюрем, хазар осы аяқталған кейін жюрем. Бізге спецводопользование на сбросы, на забор воды бассейн инспекциядан бар. А егер сол разрешение на бар болса, біз бөлік шықты ма? Бар деп айтылды, а можно ли, можно ли? Бар, я. Есть ли еще проект Кабар? Там же проектировщики сидят. Я не знаю, бар заключенияларда действующие соларды жүріп өрге болмады ғой, оларда келіскен жоқ, одан кейін мына жақта ол арестта тұр, біз не істейміз деді, содан болмады. Одан кейін біз алдық та, одан кейін Қазақстан халқына қорын ашады. Жоқ, жақсы, қазір осы общественный слушание өткеннен кейін сізге хабарласам, иә? Иә, ешбір жоқ. Бірақ мына сол әлде ол үшін не дейді, ол одан бөліп секілген болады. Ол бес организация нетті, сол мен әлде сол Бақытжанды еттіп таңдадым. Жиналысты, доктор Русосын ақысымен жеке сөйлесесіз ба? Я сөйтек мен, я жиналысты жабайық, ана кісі енді қаз құжаттарда келіп, сізге жеке көрсетеді, я қаз көп көді. Басқа сұрақтарыңыз болса, айта беріңіз, сұрау беріңіз, сұрау беріңіз. Қаз қарсы бойынша әрі. Қаз қарсы бойынша әрі.
Правительство очистных сооружений, он наоборот, без Вот такие вот, например, вот этот шлам, вот это все, теперь вы собираете вот это обеззараживать. А где вот этот весь шлам, который вы до этого собирали? Ну, так же и собирается. А? Так он, же он и собирался и собирается. Он же хранится, у них да. есть нормативы. Как вы охраняете, чтобы он это, не распространялся по территории? Надо вам экскурсию сделать. Мы просили, Олег запросил устав общественного фонда. Общественный, наш общественный фонд, это не зарегистрированное юридическое лицо, это как бы вам сказать, на общественных началах. Мы отправили письмо, просим дать разрешение членам общественного совета посетить вашу дорогу. Вы запросили устав. Все верно, устав Такашевич, согласно закону об общественных советах. Поэтому мы не знаем. Общественный совет, это Оксана Викторовна, это общественный совет при Акимате. Он нигде, например, как вот этот общественный благотворительный фонд, он нигде не регистрируется. Просто при Акимате... Ну да, вы его должны согласовать. Местного населения. Да. Если здесь есть приказ о назначении, но у нас нет устава. Ну, а приказ о назначении этого избрания вот этого общественного совета для вас не документ оказался. Устав Такашевич, вы должны были написать письмо официальное. Помните, мы написали. Я написал официальное письмо. От вас был запрос предоставить устав. Ну, все верно. Нет, давайте так, если вас это интересует, и многие, допустим, не изучают законы, да, ну, я считаю, что для многих это, в принципе, не нужно. Следующее общественное слушание, если вас интересуют какие-то вопросы вводящие, я всегда готова и, пожалуйста, можете обращаться. Я вам все расскажу, как это делается, как правильно, как грамотно, как это официально писать письма, что вы должны предоставить. Ну, так, Акаш, мы уже на эту тему с вами разговаривали, еще на тех общественных слушаниях. Да, я понимаю, но вот этот общественный совет, который при Акимате, при сельском Акимате, он нигде не регистрируется. Я вам все предоставлю. Прямо по статейно. Ну а зачем? Так, чтобы этого устава сейчас не было, вот как вы говорите, да? Нет, вы имеете в виду, вы поможете это оформить, да? Конечно, да, вот могу объяснить, могу рассказать, как это делается. Министерство экологии, вот разрешение на специальное водопользование. Вид водопользования, сброс хозяйственных бытовых сточных вод на поля фильтрации сроком до 31.12.2025 года. Так что мы только что озвучили. Надо распечатать следующее слово. Джо, бар, дюэльген, жена проекта. Да, Всего три человека. Вот. Уж адам барашка. Уж адам барашка. Да. Даром еще вот пойти. Ну, да, хрозерный задар варим в Европе. Выкончил, да, бер вотерство, айтым да. Айтым да, его, запонтарды вотерство. Специалист. Я сам туда поеду, попробуем узнать, как облегчить, чтобы это быстрее было. Ну, если надо там 3-4 человека. В принципе, ваши люди, которые здесь живут, многие у вас работают. Я понял. Директор по мне разговаривает, просто не знаю.
дело, как мы главное делаем. И как мы вот организовали, Алексей Володя. Алексей был капитальный строительный фундатор. Один капитальный строительный фундатор. В общем, давайте зафиксируем. Я предлагаю по вопросам зафиксировать. То есть нам надо организовать экскурсию, там 3-4 человека для жить, ну, общественного совета, что они хотят посмотреть, как у нас производство ведется. Второе, это вот вопрос по деньгам. Надо, то есть заставить все точки, чтобы. У нас было понимание, у вас было понимание, сколько кто кому сколько обещал и что выполнил, что не выполнил. Я прошу прощения, сейчас пока Анатолий ездит за ноутбуком, сейчас дошло, сейчас Дарья скинет фотографии трехстороннего соглашения, так это быстрее будет. И третий вопрос, это именно по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса, на чем остановились, почему это идет или не идет. Вот эти три вопроса я услышал. Нет, от устройства. Сельский местный старый. А, четвертый еще тут уже. Он еще знает, где же там взяли. По трудоустройству. Кто-то обращался, кого-то не взяли или что, кому-то отказали. Вот, согласно меморандума, вот этого меморандума, там есть пункт обучения специалиста с последующим трудоустройством. А у вас кто-то. Ну смотрите, это тоже должно быть так. Я понял вас. То есть это. По тем специальностям, которые нам требуются. Мы же не будем там какого-то учителя, правильно, себе на работу. Это люди должны там обучаться именно по профилю. Вам нужен, например, насосник. Да. У него нет вот корочки, что он насосник. Вот обучить его за 2 месяца вот насосному делу и принять его на работу. С первого года надо знаменку отправить, вот такие. Потом вакансии. Вам нужен там один насосник, один вот проходчик. У нас там максимум сок человек может. Вот наших и все. У него, например, нету корочки, что он грейдерист. Хотя мы вот летом запрашивали грейдерист, Бахтеку звонил, говорит, у нас грейдериста нет. А у кого же? Грейдерист. А кто есть, кто на грейдерист? Вот нет, вот на помогите грейдер, ему отучиться на грейдериста 2 месяца. И пусть он у вас работает грейдерист. Вот в таком ключе был вопрос. Не, ну это понятно, просто вы сами тоже должны понимать, что как бы за 2 месяца на грейдере научиться там. Нет, ну ладно. Не для тех, кто грейдер там Вот этот надо решить проблему. Вот вам нужен, например, дробинку там. Ну я понял. Ну не такой там высшего класса, Все согласовать с акиматом. Сделать допуск, например, на эту работу. Просто мы. Не знаю, ну, надо проработать вопрос, чтобы вот эти вакансии, которые на текущий момент у нас есть, чтобы вы тоже были, чтобы вам скидывали, чтобы вы видели, вот, допустим, сейчас Олегу требуется там газоэлектросварщик, там, или электрик, там, или кто, механик, чтобы вы тоже видели, и, может быть, со своей стороны кого-то. Нет, да, мы постоянно отправляем мы сюда резюме, оттуда ответов мне приходит просто. Кто-то работал тоже с Крымом, Маржан был, нет? Несколько раз резюме отправил, вообще без ответа. Без ответа. Почему? Халатная. А кому нас брали? А, кадры? Ну, я узнаю. Не, хотя бы ответ, вот вы к нам, вы я нам понял. Не подходите. Там, не, ну однозначно ответ. В возрасте не подходите, или там психика. А что, да, первый опыт, что с этого, сельского месяца. По какой причине вы не можете принять, что она отстала? Все, я понял. Ты не можешь туда устроиться, вот такой дате конкретно. Сейчас приедем, узнаем у них, какие резюме поступали. В тот раз просто она в общественном слушании была, она тоже претензии предъявила. 2 раза отправляла этот резюме мужа, и вообще ответа нету, что примем, не примем. Дали бы обоснованный ответ. Фамилия скажите? Ну, Десенов. Десенов, Жаку Шубисенов. В тот раз у нас же это был Харат или как его? Да, Канатбек был, да? Да, Канатбек был. Уважаемые коллеги, смотрите, вот сейчас мне скинули фотографии. Вот трехстороннее соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между ГУ аппаратом Химко-Кентауского сельского округа города Семей и акционерным обществом финансового общества ФИКАЯ и общественным благотворительным фондом Кокентау. 1 июня заключили договор 23 года. Срок действия договора на сумму общую 20 миллионов до 25 года. Потом, дальше, самое основное. В целях развития политики, социально-экономического партнерства и сотрудничества целью настоящего соглашения является поддержка и сотрудничество.
экономическое развитие Кахельдамского сельского округа города Семей, области Абай, а также обеспечение условий для развития производственной деятельности недропользователя на территории Кахельдамского сельского округа. Самое основное, вы говорите, так, Акимат в пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством РК принимает меры создания благоприятных условий, так это для недропользователя, оперативно рассматривает, согласовывает, принимает решения по обращениям, запросам и иным документам, в том числе по вопросам, связанным, вот вы говорите, с земельным участком, да, вот, который не решен в силу того, что у нас арест стоит на крестьянском хозяйстве, да, достаточно. По другим земельным же решен все. Так, ну на других землях он решен был изначально еще при становлении АО «Фикалел» в 1996 год. И продление в 2022 году а всех земельных участков. Долго, да, еще варить? Да, судебный процесс только начался. Сколько лет он будет длиться? Фонд в пределах своих полномочий и в соответствии с действующим законодательством РК использует благотворительную помощь недропользователя на осуществление проектов согласно приложению номер 1 к настоящему соглашению. Согласно статье 516 ГК РК, юридическое лицо, принимающее материальную помощь, для использования которого установлено определенное назначение, должно вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества. Фонд проводит такой учет в отношении благотворительной помощи недропользователя и ежеквартально предоставляет такие сведения об использовании этой помощи за истекший квартал недропользователю в письменном виде на совместных встречах. Встреча ни одна не состоялась в прошлом году. В соответствии с пунктом 2.4 настоящего соглашения, для использования этих сведений недропользователя в своей финансовой и нефинансовой отчетности, в том числе в отчетах и иных документах о корпоративно-социальной ответственности, осуществляет иные права, не противоречащие законодательству РК. В целях наиболее продуктивного взаимодействия стороны обязуются проводить совместные встречи на ежеквартальной основе не позднее последнего рабочего дня текущего квартала. По итогам указанных встреч стороны подписывают двухсторонний документ акт о совместном сотрудничестве и целевом использовании денежных средств в истекшем периоде. Благотворительная помощь. Пункт. Недропользователь обязуется оказать благотворительную помощь, направленную на социально-экономическое развитие и развитие инфраструктуры Кахельдамского сельского округа. Конкретные виды и размеры благотворительной помощи, оказываемой недропользователем, зависят от стадии развития предприятия и от рыночной конъюнктуры, оказывающей влияние на материальное положение недропользователя, от сроков действия контракта на территории Кахельдамского сельского округа. Стороны договорились о том, что размер благотворительной помощи устанавливается на 2023-2025 годы в сумме с учетом всех применимых налогов и сборов на товары и услуги, приобретаемые за счет этих средств, до 20 миллионов тенге в год. Благотворительная помощь перечисляется недропользователям на счет фонда на основании письменного обращения фонда ежеквартально в размере 1/4 общей суммы, указанной в пункте 3.3 настоящего соглашения, не позднее 15 календарных дней после поступления обращения. Единственное обращение, которое было у вас, вот сейчас ноутбук привезут, это было ваше, на разработку рабочего проекта. Все. И в 2023 году больше обращений не было. В этом году было обращение на проведение НАУРИС. Что касается назначения вот этого соглашения, здесь предложение номер 1, о котором я говорила. Первое. Это строительство, капитальный или текущий ремонт социально значимых объектов, строительство спортивных сооружений и ремонт спортивных залов, мероприятия по благоустройству, ремонту объектов, площадей и дорог, жилищное строительство и ремонт, укрепление материально-технической базы, приобретение техники ГСМ для социально значимых целей, развитие физкультурно-оздоровительной инфраструктуры, рекреационных зон района, пропаганда здорового образа жизни, организация проведения крупномассовых мероприятий, посвященных празднованию национальных и общеказахских праздников, обеспечение продуктами питания, предметами первой необходимости, лекарственными средствами социально незащищенных групп населения жителей, воспитанников и лиц, обслуживаемых в социальных учреждениях, детские дома, дома престарелых, интернаты. Оплата за обучение по очной форме студентов, обучающихся Кахельдамского сельского округа города Семей, в аккредитованных учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования, а также оказание материальной помощи учебным заведениям среднего и высшего профессионального образования. Вот это приложение назначения 20 миллионов.
То есть единственное, в 2023 году было обращение ваше на разработку рабочего проекта, по которому мы рассматривали совместно с вами и с управляющей компанией 5 конкурентных обоснований было, кто будет проектировщиком. Вот. Вам почему-то фонд не доверил, Мухтар Такашевич. Напоминаю вам, помните, вы ко мне пришли в офис и сказали, меня тут обвиняют, думают, что я вот такой нехороший. Вот. Скажите, пожалуйста, где я могу взять еще конкурентное обоснование? Я бы в этом вам помогла. А вы сейчас говорите о том, что ОФИ Карел не додал денежные средства вам какие-то. Нет. Официально вы должны были запросить. Просто когда вот эти 13 миллионов 700 выделились, не было оговорки, что это счет вот этого ежегодного перечисления было. Согласно трехстороннего соглашения, в 2023 году мы вам выделили денежные средства в размере 13 миллионов 700. Юридически-то правильно же, Мухтар Такашевич? Что значит, вы понимаете, что это не в счет этого соглашения? Сейчас привезут ноутбук, я письмо ваше подниму. Письмо мне здесь не скинули, только вот вы было, сейчас прочитали 23-25 годы, да? Да, по 23-25 годы. 23-й прошел теперь? Да, 23-й прошел. Но вы видели, что фонд должен обращаться письменно. Вот сейчас письменно ваш Аким Гакметалского сельского округа, который исполняет обязанности, он обратился к нам провести на улице праздник. Мы согласились, мы будем проводить. Мы с удовольствием сюда приедем, проведем с вами на улице праздник. Я не знаю, что это. Он 10 миллионов тонн, 24-ке 3 миллиона 700 тонн. Мы на 24-ке... Ежегодно, Дептор? Да, ежегодно. Но дело в том, что по обращению идет. Смотрите, пошел на бронетерлай. Четвертая часть ежеквартальная Дептор. По обращению. Он должен был обращаться к нам. Вопрос такой. Например, на 3 года заключили, общий бюджет получается 60 миллионов. Например, мы запланировали в этом году строительство улицы освещения. Например, там сумма составляет не 20 миллионов, которые ежегодно было, там, например, 35 миллионов, 40 миллионов. Можно будет на эту сумму вот эти работы провести? Вам нужно официально? Нет, вообще. Письмо написать вопрос, официально, что, обосновать все, да. Приложить все подтверждающие документы, сколько это будет стоить, и мы вынесем на согласование, согласно трехстороннего соглашения, управляющей компании. Смотрите, вам официально документы, вот эти сметы все предоставляем. Обязательно, с суммой, со всеми расчетами. Получается, строим уличное освещение. Сумма закончилась, которая до 25 года у нас запланирована была. На 3 года. Ну, все деньги, 60 миллионов, израсходовали. Вы должны в пределах 2025 года. Ага. Да. А, например, мы дальше еще хотим, например, дороги строить. Например, на эти суммы дополнительные еще соглашения какие-то будут или... Ну, здесь уже усматривать надо будет, да. Будете отчеты давать, на что вы потратили, то есть пройдет экспертиза, проведется обязательно, проверятся все денежные средства вложенные, и тогда уже отдельно будет обсуждаться данный вопрос. Может, дом соглашения будет, да, еще? Ну, это как бы вообще на собрании. Да, все будет зависеть от того, как вы используете целевые средства. 20 миллионов этого года, 20 миллионов... 25-го года или остатки того года остались, да? Да. Около 6 миллионов 300 тысяч. 46 миллионов осталось, да, у нас примерно тогда? Если так считать. Ну вот сейчас только отчет вчера предоставили, да. Мы передали управляющей компании, они сейчас проверят все. Получается, они не аннулируются то, что должно было в прошлом году. Это остатки остаются, да? Вот в этот момент я уточню. В принципе, по соглашению так и должно быть. Он до Дружского, я его сам. Он до Дружского? Он дает то самое, где 2 миллиона определенно. Кетлотер. Я помню. Он еще выросла. Я сосын келесі жолы кейінгізде
акцияны көрдіңіз, қазақша бізге түсіндірсеңіз, біз мында бәріміз қазақ 100% бәрі ауыл қазақтан тұрады. Қазақша болса, елес бір аудармашы алып кетсеңіз. Түсіндір жүрсі кім бар? Следующий раз, юридическим, да, вашим этим, или переводчик, ну или что кто-то когда говорит. Тут бізде бар. Мы с вами тогда обсудим, я вам говорю. Келесі шоу, конечно. Осы, жолға, жолға жөніндегі сұрақтарды ана. Мы же сөйлеп. Қолдандыру деген бар ғой? Сөйлеп. Сол бар ма? Жоқ па? Иә. Иә, бар. Оған что в плане, во сколько озеленения? Тоғай, тоғай береміз деген секілді. По озеленению, по просто мен тамарадай ұсыныс бар да, майын. Қандай-қандай? Жақсы, біз енді жылда мысалы тоғай беріп кетіп жатсыңдар ғой. Иә-иә. Мысалы, парк отырғыздық неге өткіз, біз енді мысалы көшеге отырғызайық дегенбіз. Иә, осы жылға бюджетке 24-ші жылға бізде көшеге орнату үшін ашық алаң болып тұр да, бізге сол көше емес, бізге соны қоршау керек болып тұр да. Саженцы мы бы купили сами. Нам нужны ограждения для этих саженцев. Мы парки озеленили, возле школы озеленили, возле больницы озеленили. Вот теперь мы хотим озеленять вот улицы его. Вот. Другой ну, там как раз еще к нам обращался Адлеп. Да, по щебню мы оказали помощь, он попросил еще. Мы тоже дали согласие. А по поводу ограждения мы не поняли. Я его попросила, чтобы он конкретно расписал, что он из себя представляет, какие ограждения. И как он это видит? Он сказал, да, все, и на этом Адлет потерялся на две недели. Направили письмо. Это поддоны, он обычный деревянный поддоны, которые под кирпичами или под этими мешками же. У вас же есть, привозят же кирпичи, мешки на поддоне. Поддоны уходили. Не, вот вам надо просто самим сначала понять, как вы хотите, а потом, ну, а то один хочет подумать, другой что-то. Это просто, я представляю, просто это металлические изгороди, которые, например, стоят там 2 года, пока это дерево прирастется. Потом вот эта изгородь снимается, переносится на другую улицу, и вот эта вторая улица озеленяется. Вот эта изгородь, она будет кочевать, кочевать, кочевать. А потом салантар расхватывает, вы что, отрываете? Я вот там кошел, да, был, парнишный такой. Ой, сюда там ал ендігі мысалы мына кіреберіс көшені бәрін мысалы ескі тоғайларын алып тастап жаңа тоғай салайық десек қоршау жоқ. Мысалы былтыр рафхат отырғызды, қаншама қоршау болмады, не болмады, сиырлар шағып тастады. Вот соған бізге саженцы емес, бізге сол қоршау керек. И жаңағыдай бұлар не деді қазір ограждение берсек те осы қордың ақшасымен бере ма, немесе соны түсіндіріңіз. Мен айтып отырғаным мына бүгінгі проект бойынша озеленение да бұл озеленение бізде өзімізде план мероприятия қарастырған, бірақ там указано саженцы в каком-то количестве. Но если вы хотите не саженцы, а именно ограждение, чтобы вам построили, это надо как бы уточнить, потому что мы по озеленению же отчитываемся по мероприятиям департамента экологии, что столько-то саженцев мы купили у такого-то контрагента, передали там в таком-то количестве туда-то, а тут просто в следующем месяце мне найти трудно. Бізге сол көшеттерді біз өзіміз сатып алсақ, мына қоршауды деп сұлмаға болады. Давайте қосымша хат жазып кетейін. Я жаңа Оксана Ильичке айтқандай, айтыңыз, жазыңыздар, не керек бұл қандай? Біз жаңа сұрадық қой әлелден, біз ана кіреберіс жолға, не шетіне қоршауға 2 километрге деп потом сұрағанбыз. Потом біреу штапет сияқты ғой. Сол ойлап отырмын, союзный кісілермен жаңағыдай артынеслерін алып тастап секен айтым завод кетіп тұрады. Енді әдемілік бөлеп соны стойкаланы өпеге сұрағанбыз, соны қоршап шығайық па деп. Енді өзі потом өзі білесіздер ғой, былай жіңішке жіңішке соның артындағы артық аяқ киімдерін алып тастап, соны бірін біріне қосып стыковать етіп, соны стойка сұрағанбыз немен дейді пластик трубадан. Ауылдастармен етіп сатып алсақ, мысалы ертістер салып саламыз деп отырып бұйырсын, біздің бала саламыз деп отыр, сөйтіп мысалы адамдар нетсе тоғайды қоршайтын нәрсе, иә, қоршайтын нәрсе, иә. Ол жаңағыдай тимур көшпелі қылып істесе мына жақта білетін ана тоғай тұрды, ол ана бойлап алған екен, мысалы ол сиыр ертең бой бермейдімына көше көгалдандырасың, бір жыл ана көше көгалдандырасың, ол енді конкретно ақша шығарып береміз десе, онда нормальный ограждение сұрайды. Енді жоқ, ақша жоқ, бере алмаймыз, онда поддондарын берсін дегендей бізде құрметті, енді жаңағы общий сұрақтарды бәрін жазып протоколға енгізейік. Біржан сағатқа созылып кетті. Онда осы бүгінгі мәселе бойынша қорытындылайық та, одан кейін мына жаңағы неге бойынша кіммен хабарласып бірге нетеді шығармыз, енді ақылсыз жүрміз.
Природа ресурс дейді, сол кісілер барады, сосын ол жақта ол кісілер өздері шешіп береді, бермейді деп сол. Бізде салжай сол кісілер. Себебі керек оған. Себебі керек. Енді осы мен қорытындысақ, общественное слушание, получается, объявляется состоящимся. Зиян болдың ба? Әлем полностью зиян ба? Қарсылықтарыңыз жоқ болса, онда жаңағы сіздер ұсыныстарыңыз кіргізсін хаттамаға. Содан кейін онда не қоғамдық жұмыс өтті деп етекті, осымен тәмамдайды. Ұсыныстар ескерілсін деп. Иә, ескерілсін сол. Иә, принять сведения. Да, наши устные принять. Жақсы, онда рахмет. Келгендеріңізге